давай, сюда, давай, куда? Прямо, давай. Стоять! Ой, вот мы и дома наконец-то! Ой! Где? Я ничего не помню, а? Не имею права говорить! Ага. Доктор сказал не форсировать, и память к тебе вернется. Ага. Но ты должен все вспомнить сам. Да. Ой, можно, говорит, только намекнуть. Ну как, узнаешь обстановку, а? Ой. Нет. Здесь темно. Правильно. Доктор сказал, сразу свет не включай. Ага. Испугается. Теперь можно, включай. А кто? Как? Я? Ты только намекни как. Намекай. Рядом с собой нащупай такую кнопочку. Нащупал? Пощупал. Ой, еще одна. Еще. Я понял. Мы в лифте. В каком лифте? В грузовом. Это не кнопки, это пуговки на моей кофте. Да? Да. А вот это что? Ты на что живешь? А что это, только намекни. Ты не помнишь? Нет. Но чем кормят малышей? А детское питание? Слушай, ты что, банки за пазуху засунула? Что, пакета не было? Все, не могу, включаю свет. Ой, где я? Где? Не волнуйся, это... не волнуйся. Присядь. Да. Ты там, ага. Где тебе всегда были рады. Где тебя ждал вкусный обед, чистая постелька. Вкусный обед, чистая постелька. Я у Клавки. Какой Клавки? Я сказал, двину! Нет, тебя нельзя нервничать. Ты у себя дома. Да. А ты-то кто? Это кто тебе готовит, у тебя обстирывает. Прислуга! Ой, у меня прислуга, я богат. У меня есть машина. Да, ты не расстаешься с Хаммером. С Хаммером? А что это? Молоток по-английски. Вообще-то у тебя Лада, но без молотка она не ездит. Прислуга, машина, Ладушки. Я богат, я олигарх. Олигарх? Да. А кто у тебя еще есть? С кем олигарх спит в одной постели? С прислугой. С прислугой в одной постели. Я сволочь, я подумал. Не-н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 е. Я не прислуга. Я твоя. Су. Ну, чё ты о себе так сразу? Я сейчас двину. Мне тебе нельзя нервничать. О чем подумал? Если ты это, то я еще не та. Да? В общем, ты давно не видишь, а мне же... О, не-не-не-не-не-не-не. Нет, ты сам должен все вспомнить. Скажи, кто вот так вот глазки строит, идет, попкой вертит. Глазки, попки. Ты что, попка, глазка? Неужели ты меня совсем не помнишь, а? Я себя-то не помню. Ну, кто я? Намекаю. Ты мой законный... Ну, что ты сразу так, а? Если я память потерял, не означает, что я мута. Ну, хорошо, кто у нас объелся груш? Мачурин. Ну, хорошо, есть такое слово. Ага. Мужчина. Да. А если обрезать, то кто получится? Все забыл, да? Как смотрел на меня, как перешался подойти. А я шла с такой косой. С косой? Ты смерть! Кто ж тебе решится подойти? Ну ты решился, милый, и сказал, предлагаю вам руку и сердце. Руку и сердце? Да. Мои? Да. Тебе? Да. Пересадка органов. Я сказала «да», и ты взял меня на руки, поднял и... И надорвался. Сейчас так двину. Нет, тебе нельзя нервничать. Поднял и понес к себе. Да. А у тебя дома даже кровати не было. Я лежала на твоей старой куртке. Лежала и чесалась. Почему? Блохи. Здравствуй, жучка. Сейчас так двину. Сейчас ничего не помню. Нет. Не помню даже, что у нас это мебели не было, посуды. Я что-то сготовила, и мы сидели на полу на корточках, ели руками из одной миски. На корточках? Да. Ели руками? Да. Я узбек? Узбеки баранину едят, а ты вегетарианец. Кто-кто? Ну, травку любишь. О, мое. Я узбек-наркоман. Травку, в смысле, салаты всякие. Ага. Укроп, петрушку, зелень. Ну, как козел. Я что, козел? В общем, да. Если даже не помнишь, как у нас все с тобой начиналось.
А что ты когда-то говорил про мои ножки? Что? Что таких нет в целом свете. Чего? Неужели у тебя нет никаких ассоциаций? Есть! Есть ассоциации! Кавалерия, первая комната, Будённый! Какой Будённый? Смотри на ножки, смотри на ножки! Вспоминай! Вспомнил! Колеса надо менять! Ладно, это крайне средство. Доктор сказал, надо вспомнить тот день, когда ты потерял память. Да. Восстановить ситуацию. Я готов. Помнишь, ты в то утро встал? Да-да-да. Сел позавтракать? Ой, я еще тогда похмелился. Ну-ну-ну, правильно, вспоминай. Давай восстановим ситуацию. Давай. Встаю, сажусь, наливай. Ой, возьму грех на душу. Наливаю. Ага, выпиваю. Ну? Ой. Ну, вспомнил? Нет, только что-то мелькнуло. Ну что? Давай восстановим ситуацию. Давай. Так, значит, встаю, сажусь, наливай. Наливаю. Выпиваю. Ну. Мало, Алла. Ура, ты вспомнил мое имя. А фамилию никак. Наливай. Наливаю. Ага, ты уже всю бутылку выжрал. Точно. Ты тогда именно так и сказала. Я так всю жизнь говорю. Потом я пошел на работу. Так. Я вернулся домой. Так. Ты это мыла пол. Так. И потом ты что-то сказала. Куда паразит в грязных ботинках на чистый пол? Ой, а потом ты еще что-то сделала. Помнишь? Помню. Тапки надень. Козёл! Ай! Где я? Кто я? А кто я? Я кто? Чудовище с косой, с белыми тапочками! Жучка! Вася!